Всем здорова, дорогие друзья! С вами сегодня Косов, Лейсин, Томлекс, и сегодня, друзья, мы играем в игрушку по названием GTA 5 Online с рубрикой «Битва воров». Привет, друзья! Друзья, сегодня мы с Антоном приехали в офигительный городок под названием Сэнди Шор, где должны найти 3 крутые тачки. Соответственно, поиски наш тачек дается 6 минут. По истечении 6 минут мы берем наши 3 тачки на 3 испытания. И, ребята, одна тачка идет на одно испытание. Серия, я думаю, получится очень крутой, так что поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И также набираем 2000 лайков, и новая серия не заставляет тебя долго ждать. Я желаю тебе приятного просмотра, а мы начинаем! Друг, извини, что отвлекаю от просмотра видоса, но я знаю, что ты не подписан на мой канал. А ты знал, что таких, как ты, 65%? Это безумно много. И чтобы ты понимал весь масштаб проблемы, на наш канал не подписаны 1 749 000 человек. Потому что у них горит красная кнопка «Подписаться». Теперь я попрошу тебя... уничтожь красную кнопку подписки, чтобы она стала серой. А также не забудь про лайк, ведь он тоже важен. Ну и напиши комментарий, чтобы попасть в следующий видеоролик. Давай, друг. Вся надежда только на тебя. Мы обязаны остановить эпидемию красных кнопок подписаться. Ну и приятного просмотра. Ну что, друзья, мы с Антоном же готовы начинать наши поиски. Антон, ты готов? Конечно, готов. Ну смотри, 6 минут дается, и раз, и два, и три, полетели. Все, все побежали. Пошло. Ну и, братан, я хочу у тебя спросить такой вопрос. Что ты сегодня хочешь найти, а? Вот хочу найти какой-нибудь внедорожник прикольный, да. Внедорожник какой-нибудь. Ну окей, я вот вижу, тут какая-то лодка есть, да, в принципе, ты можешь ее взять. Нет, почему ты можешь забрать ее. Да не, знаешь, вот так, от такой крутой машины я просто, ну, обязан отказаться, да, чтобы ты ее забрал, естественно, потому что ты мой друг. Квадроцикл едет. Вот, ну, блин, я уже думал, ты что-то нормально нашел, но квадроцикл, это, конечно же, да, спортивный такой, прикольный. Спортивный, ну, блин, да, это, да, да. Кстати, знаешь, я бы в реальной жизни, вот, я бы хотел, наверное, себе какой-нибудь, согласен, может, квадроцикл, да. Или же, тут просто бот задавил другого бота. Нормально. Нормально. Друзья, также напишите вообще в комментариях, хотели бы вы себе когда-нибудь квадроцикл, или же какую-нибудь вообще, не знаю, может, так сказать, машину, или же какой-нибудь мотоцикл, может, да? Вот и лично я бы, наверное, хотел бы себе питбайк, да. Вот очень сильно хочу, значит, покататься там, побеспредельничать, как говорится. Вот, ну, так, и пока что я ничего не вижу. Вот это я вообще побеспредельничать, так нормально. А что я суперкар нашел тут. Суперкар, так, ну ладно, друзья, ну нормально. Давайте забежим в этот домик, кстати, друзья. Напишите в комментариях, что это вообще за домик. Вот, ребята, вот это, именно вот этот домик. Напишите, чей вообще это дом. И правильно, ребята, комментарии. Я поставлю лайкосик на правильный комментарий. Друзья, ну... В смысле, там что-то нашел? Это что-то прям хорошенькое, братан. Я что это, например, что? Это, например, мистер Дес новенький, мистер Дес. В смысле? Возле спавна, друзья, ничего. Да ладно. А у тебя Бугатти? Ну да. Друзья, я что-то не понял. Я первый раз такой улов вообще вижу. Но, друзья, вот не забываем. Ну, нормально, писать, повезло, чей-то, повезло. Чей вообще это был дом, потому что, напомню, вот дам подсказочку. Это один из персонажей из игры GTA 5. Так что, ребята, пишите комментарии и правильненькие ответы. Я, естественно, поставлю им лайки. Так, ну а пока что у нас 4 минуты. Я побегу к бандитам, наверное. Бандитам. Ну давай, давай, да, бандит, сбегаю. Давай. Бандит, беги. Так, я вижу, пока что тут бомж какой-то. А, не, нормально, чел на квадрике. Бомж-бандит. Бомж-бандит, да-да-да, согласен. Слушайте, друзья, мне кажется, надо идти в ангар, потому что там самолет, аэропорт. Самолет, чтобы угнать. Слушай, если там он будет, то почему бы нет? Почему бы реально нет? Ну, но, ладно. Я пока что, честно, хотел бы все же не самолет, а, наверное, внедорожник. Да, почему бы и нет? Ну, внедорожник, что... да, я тоже хочу. Да, ну, а вот, а что еще хочешь? Надо а? Было квадрик брать, не знаю, какой-нибудь... бандитскую тачку с пулеметами. Бандитскую тачку. Ну, слушайте, друзья, честно говоря, я даже не знаю, какую Антон там тачку может себе приметить. Ну, сейчас посмотрим. Пока что... Так, тут есть коробок. Это первое... забираю. Самолет. Не, ну, слушай, не-не-не-не. Конечно, вертолет. Вот это самолет. Какой самолет? Ты чё? Тут бандитская тачка с пулеметами такая. А при чем тут самолет? Стоп, какая еще бандитская тачка? Ну, обычная. Так, тут еще нету. Тут... Вау, слушай, а вот слушай. Это реально, тут просто крылышки добавят, друзья, и реально будет самолет. Офигеть, ты братан, про это очень крутая тачка, а я тебе так скажу, это колесо практически, даже нет, больше, чем твой рост. Что, Бигфут? Это Бигфут, да, братан, это просто самая топовая посмотри. Тачка. Что там нашел, что, ну давай, давай,
А это откуда еще? А это у бандита, я говорю, с пулеметами это... тачка. Ничего себе это, блин, ты как тут бэтмобиль нашел? Как, блин? Ну взял, нашел. Ну ладно, красава, блин, я... а где бандиты эти были? Ну-ка, я посмотрел. Там магазинчик есть заброшенный, иди, посмотри. Ну-ка, ребята, давайте побежим. Ну там ничего нет уже. Хотя там развалюха стояла одна, можешь ее забрать. Ай, ну блин, ну это такое себе, я не хочу, я хочу вот мой любимый герой, ребята, я бегу на свалку. Бэтмобиль тоже, алло. Не, но он сегодня у меня. Капец, а, кстати, друзья, напишите также в комментариях, какой ваш любимый супергерой, потому что лично мой это Бэтмен, я его очень сильно люблю. И, в принципе, вообще все, наверное, в детстве пересмотрел все мультики, практически все комиксы и вообще все фильмы даже. Братан, а вообще какой твой любимый супергерой? Человек-паук. А, ну, человек, неплохо, ну ладно. Ну да. Это круто, это реально круто. Так, ну, друзья, также пишите ваших любимых супергероев. Ну, а я пока что бегу, у нас минута 37 секунд остается. И, блин, все очень пока что плохо. Ну, я пока на свалочку подбегаю, сейчас посмотрим, что тут есть. Ну ладно, да. давай. Я пока что это бегаю возле отельчика. Так, ну и тут, в принципе, давайте, ребята, вот эти дома почекаем. Может, тут что-то все же есть, какой-нибудь человечек. Да, нет, там ничего нету. Оставил там свою Ламборгини, может, из Дубая. Вот почему бы нет? Так, не. Тут ничего нету, так, тут тоже ничего нету. Так, тут наверху тоже ничего нету. Да, блин, где все тачки, алло. Так, а вот может, я их взял уже. А может, тут вот у бандитов, а, друзья, давайте, наверное, посмотрим, мне кажется. Да, не, у бандитов ничего нету, мне кажется. Почему? Вот, а если найду? А если я сейчас найду. Попробуй. О, тихо, а, бандитская разборка, нет, я не хочу. Так, валим, друзья, валим. Так, тихо, не надо стрелять. Ай, тихо, обстрел, на, все, нормально. Я нормально. Не зря на свалку побежал, вообще а не а зря. А что ты нашел? Лимузинчик прикольненький. А, лимузинчик, ну это фигня, а вот я клоунский. Краски на другой, клоунский. Да, ну, ребята, да. Какой-то клоун, Джокер, наверное, лимузин нашел сегодня. Да. Так, ну я пока что это бегаю, так, вот, какая-то тачка, вообще какая-то перевертыш, друзья, наверное. Чего? Бомж, наверное, ее пере... Чего? Братан, я беру свои слова обратно. Это не бомж, это какой-то очень приличный человек, потому что я нашел летающую тачку. Это Делориан. Делориан, да, что? Братан, он просто был перевернут, я его даже не узнал, ребята, это что за... Он какой-то еще пустынный, смотрите, блин, необычный Делориан, ну, реально, лайкусик за это надо поставить, это... Ты... Привет! Чё за лимузин, ты... Так, время ну у нас, да. Ребята, вышло, но это прям что-то жесткое, ребята, сегодня вообще в Сэнди Шорсе. Ну ладно, друзья, получается, сегодня мы с Антоном нашли крутые тачки, я нашел, получается, Делориан нашел, получается, ребята, Бигфут из Аренуар нашел, ребята, Мессер Дес такой прикольненький, Бугатти Антоха нашел, Бэтмобиль и такой офигительный лимузин из Аренуар. Ну и, друзья, хочу у вас спросить, какая коллекция тачек вам нравится больше? Если вы голосуете за Антона, то пишите Антон Тофлик в комментариях, а если вы голосуете за Флейзина, то пишите Паша Флейзин в комментариях. Посмотрим, за кого больше голосов проголосуют. Ну а мы, ребята, уже переходим к испытаниям. Ну что, ребята, первое на сегодня испытание — это водная смог, где сравнятся две крутые тачки из Ренуар. Это, ребята, Бигфут против лимузина. Ну я думаю, давай полетели. Погнали, вот у меня виноградина, погнали. Мне кажется, виноград, наверное. Какая виноградина? Баклажан это. Так, сам ты баклажан. Нет, пока. Ничего себе, а ты куда полетел? У меня пончик есть, хочешь съесть там? О, кстати, пончики я не люблю, не знаю, они какие-то не очень. Мне не нравятся пончики. Ну ладно. А вот виноград мне как раз таки очень нравится, такой особенно фиолетовый. Да, если виноград полетит в воду. Как раз его нужно помыть. Пошел, ой, да нет! Ой, о, чё? Опа! Ты как это сделал? Так, ты пончик на колесах. Так, иди сюда. Кстати, друзья, напишите вообще в комментариях, как наши тачки вообще называются, по вашему мнению. Вот мне кажется, у меня виноград, а вот у Антона. Виноград всегда пончик. Нужно мыть перед тем, как какой-то есть, поэтому пончик. Иди поплавай. Нет. Вот пончики, я читал то, что пончики это очень пончики много влаги. Очень хорошие. Нет, блин, друзья. Я упал. Ладно, получается, Антон получает свой первый на сегодня балл, счет уже 1-0. И давайте перейдем к нашему следующему раунду. Ну что, ребята, у нас уже второй раунд, и Антон, тебе не жить, потому что я отомщу за первый. Виноградина, иди сюда, баклажанина. Пошел нафиг ты, овощ, так. Так, иди сюда. Ты, наверное, пончик какой. Что я несу? Я тебя уничтожу. Я несу пончик. Так, я несу радость. Так, все, иди сюда, иди сюда. А может, ты понесешь воду? Нет, я... Не-не-не-не, я уже один раз, знаешь, в первом раунде понес, так что давай. Ну вот, хорошо, давай еще разок. Да, нет, теперь твоя очередь. Так, на тебе. Ну-ка, давай. Надоел. На, пау. Нет, нормально, неплохо. И осталось всего лишь, ребята, давай не сегодня.
На, полетел, все, друзья. Куда? В смысле? Нет, полетел. Я получаю свой первый на сегодня балл, на счет уже 1-1. И, ребята, давайте перейдем к нашему следующему раунду. Ну что, ребята, третий на сегодня раунд. И, Антон, все, тебе конец. Я получаю свой второй уже балл. Вот по-любому, в этом раунде я получу обязательно свой второй балл. Не нужно, не надо. Кому-то конец, на тебе. Да ты какой? Ты какой, смотри. Ну, конечно, я такой, да. Да ты меня бесишь, так, иди сюда. Так. Так, тихо. Так, давай в ракеты прям. Не. Ты пробовал в ракеты врезаться? Знаешь, я не хочу, чтобы как бы мой виноград был какой-то, знаешь, такой поджаренный, вот пончик. Это вкусно. На тебе. О, нет. Я не пробовал такие винограды, ребята, но все же я получаю свой на сегодня второй балл. Счет уже 2-1. И, ребята, давайте перейдем к нашему следующему испытанию. Ну что, ребята, второе на сегодня испытание — это гоночка. И, Антон, сейчас сравнятся две самые крутые тачки. Это Мерседес, такой прикольненький, быстренький. Классненький Мерседес. Что с колесами? Не знаю. Что, они просто вылетают за рамки дозволенного. Это реально, это что с GTA, я что-то не понял, друзья. Вы это тоже видите? Офигеть. Бывает. Это прям, что это такое? У меня колеса прыгают. What the fuck, друзья. Тачка попрыгунчик, нормально. Ладно, окей, хорошо, реально, пусть будет тут попрыгунчиком, но я тебя все же догоню. Это меня не остановит, и тебе реально будет конец. Так, тихо, давай. Сейчас тебя машина остановит. Ой, блин, меня что-то, дрифт меня останавливает, братан. Я вижу, что там крутит и вертит. Давай, я смогу, так, тихо, немножко подлагал, ничего страшного, так, едем, друзья, я обязан так далеко? Я обязан просто Антона догнать, так давай, все, ты обязан прыгать последним сегодня. Я тебя уже вижу, я тебя тоже, кто-то не умеет тут поворачивать, молодой человек, так, а я вот, я все умею. Блин, что с колесами, друзья, это что за бред? Так, ладно, ну пока что я еду, в принципе, главное ехать на ровной поверхности, и все будет окей. Так, тихо, тут поворот. Ой, кто-то пропустил поворот. Нет, я не пропустил. Друзья, это что это такое с колесами? What the fuck, да, вы что тут понатворили, Rockstar? Так, ладно, окей. Я думаю, что сейчас все будет хорошо, блин. Она не будет так жестко дрифтить, и я нормально, просто... Нормально, тачка попрыгунчик. Вообще идеально едет. Да просто по кайфу вообще. Так, тихо. Аккуратненько едем. Так, тут, получается, надо налево и выезжаем. Надеюсь, друзья, ты там налево улетишь. Да, не. Я на трассу вылетаю и еду аккуратно. Главное разогнаться, чтобы ты меня еще не догнал. Потому что я сегодня возьму финиш первым и вообще, в принципе, выиграю сегодня в серии. Потому что у нас, ребята, 2-1. И, Антон, мне остается 2 километра 70 метров. Как у тебя там дела? 2 900. Ну я догоню сейчас, смотри, у меня тачка быстрее. Мне кажется, то, что Мерс вот этот, он побыстрее. Он реально покруче, чем какая-то Бугатти, которая отстает прям очень жестко, Антон. Так что... Ну сейчас посмотрим. Ну да, давай. Кстати, мне нравится эта раскраска, она, знаешь, такая вся серая, но все же вот этот вот основной цвет красный, он прям вот так выделяется, прям такая красивая тачка выходит. Так, ну а мне уже 30 км остается, я уже скоро приеду, ребята. Ну я тебя вижу уже. Видишь? И где ты меня видишь? На карте только, да, потому что лично я тебя вообще не вижу, так что... В смысле? Ну, я тебя не вижу, братан. Ладно, сейчас увидишь, сейчас обязательно увидишь. Давай. Так, тихо, аккуратно, ребята. Да, блин, что с колесами, ребята, what the fuck? Пишите просто, просто колеса реально живите. Что с ними? Они просто за рамки машины вылетают, алло. Это просто жесть. Ладно, получается, друзья, я получаю уже на сегодня третий балл. На счет уже 3-1. И, ребята, давайте перейдем к нашему следующему испытанию. Ну что, ребята, последнее на сегодня испытание — это, ребята, дерби, где мы должны уничтожить друг друга. И, Антон, ты готов? Да, погнали. Так, давай, полетели. Мой жесткий Делориан вообще летающий. Сейчас ты долетаешься. Это ты долетаешься. Так, сразу трансформация. На! Бам! Сразу летаешь. Нет, я вообще-то сейвлюсь, так что... Так, на тебе. Ну-ка, друзья, мне кажется... Да поди, ты что, боишься меня? Нет, я не боюсь. На тебе. Я даже вот без колес. Я без колес буду. Я тебя и так уничтожу. Ты понял меня? Потому что я профи. Да. Так, тихо, друзья, аккуратно. Вау! На тебе. Тихо, нормально. Так, друзья, а ты хочешь полетать? Вау, чего? Вот это было опасно. Вот это было опасно, Антонио. Это так, было классно. Иди-ка сюда, я тебя уничтожу. Так, вау. Давай. Так, хватит тут это, на ускорите своим летать. Это так, трюки называются. Какие нафиг трюки? Это даже трюками нельзя назвать. Так, давай. В смысле? Не понял, иди сюда. Ой-ой-ой, немножко больно. Нет! Улетел. Так, горит! Ты горишь? Ой, ты горишь, Антошка, ты горишь. Плохо дело. Какие последние слова, Антошка? Так, тебе, мне кажется, конец. Да нет. Все, изи, ребята, я получаю свой на сегодня уже 4-й балл. У нас тут уже 4-1. И, ребята, сегодня я побеждаю в серии.
Ну что, друг, данный видос подходит к концу. Если тебе он понравился, то поставь лайк и подпишись на мой канал. А также не забудь про Антона, ведь на него ссылка есть в описании. Ну и также не забывай про мой инстаграм-аккаунт по ссылке в описании, где есть мое личико. Так что давай, подписывайся на инстаграм. Ну я на этом с тобой прощаюсь. С вами был Флейзинг Топ. Всем удачи, всем пока, народ!